Так, что тут еще? Все надо пережимать, все болты полностью не зажаты. Но это все ерунда по сравнению с тем, что здесь. Значит, вот сюда вставляется рычаг активации фрезы. То есть движение. Подожди, где он сейчас? Я его найду. А, вот он. Я его тут понадевал здесь. Вот сюда он вставляется. Он входит вот сюда. Вот в этот паз шестерни. И двигает шестерню. Подвигая сюда, вводит ее в зацепление. Ну что здесь? Здесь вот она не двигается, эта шестерня. Вот она идет и останавливается. Вот там вот видно. Сейчас. Вон, вот оно видно. Вот раз. И все. Оп. Вот там вот, в конце там. То есть она упирается в корпус. Корпус не дает шестерне двинуться. Вот. Оп. И все. Он не дает шестерне уйти влево для рычага. Вот такая вот компания, которая мне сюда. Оно видно, что кто-то уже клацал ее, пытался это сделать. Вон там видно, в конце поклацано. Как бы хотели снять, счистить, сбить этот чугун, чтобы она начала ходить. Но что-то они забросили все это дело. Не знаю, что это за такая компания. Все болты надо все пережимать, потому что все ослаблено. Так, ну ладно, я буду тут думать, или мне эту фрезу назад отправлять вместе с этим, либо тут можно что-то сделать. Ладно, все, пока. Туда же ничем не подлезть.